Большом Кремлевском дворце Центральный комитет партии и Совет министров СССР устроили традиционный прием в честь выпускников военных академий советских вооруженных сил. Речью к собравшимся обратился министр обороны СССР, маршал Советского Союза Малиновский. На приеме выступили выпускник военной академии имени Дзержинского, капитан Куликов, полковник войска польского Владислав Мруз, окончивший академию генерального штаба, и профессор военной академии бронетанковых войск Сергеев. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР товарищ Хрущев, выразил уверенность в том, что каждый из выпускников академии в любых условиях, в любой обстановке будет отдавать все свои силы и знания благородному делу защиты социалистического отечества. Прием в Кремле еще раз ярко показал, какой исключительной заботой окружены в нашей стране ее славные вооруженные силы.